Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Чемпіонів найвищого рівня виховав цей легендарний тренер. Як вдається тренуватись і взагалі, що зараз можна робити в умовах війни? Саме з таким видом спорту, як карате. Отож, ми раді вам представити гостя, який вже є в нашій студії. Це Олександр Римбалович, майстер спорту України з карате, заслужений тренер України, президент клубу з карате, представник Миколаївського представництва JKS карате, четвертий дан, віце-президент Української асоціації карате. Ну і справді гість з Миколаєва, тому дуже раді вас бачити сьогодні. І знаємо, що складно зараз усім, але ви намагаєтесь тримати форму завжди і без тренувань не залишаєтесь. Ну, як ви, так і ваші учні. От як зараз, чи вдається брати участь у змаганнях у війну, у військовий період? Ну, учитывая, что в нашей стране такое серьезное испытание, вот, многие дети разъехались, потому что, ну, если на Николаевщине проходит линия обороны, и там проходят боевые действия, то в целях безопасности родители старались вывести своих детей. И вот те дети, которые выехали за территорию Украины, они продолжают там же заниматься. Вот, кто-то нашел свои пристанище временно в Германии, кто-то в Польше, кто-то в Ирландии. Вот. И учитывая, что у нас есть везде знакомые, потому что мы в свое время выезжали на соревнования, общались с людьми, и сейчас нашим детям, которые выехали, там помогают те знакомые, которые тоже занимаются карате. Вот. Дети посещают там занятия. Ну, а те, которые остались в Украине, переехали в другие регионы, тоже продолжают заниматься и по возможности участвуют в соревнованиях. Вот буквально недавно в Днепре проходили соревнования поддержку вооруженных сил Украины, и мы там приняли участие. Очень было приятно участвовать, потому что была хорошая конкуренция, была хорошая организация. Вот, и вот мой сын участвовал в соревнованиях и получил призовые места, участвуя в двух разделах. Но не все получилось, потому что не все первые места, но в то же время было приятно, что длительное время мы не могли участвовать, потому что то был карантин, то были еще разные трудности. Вот, но... Угу. Тобто можна привітати вас, так? Тому да, що да, це перші місця, це ваші вихованці, ваш син чемпіон світу, ми це знаємо. І справді, якщо і зараз він посідає перші, кращі місця, то втримати такий результат – це досить таки вагомо для кожного тренера і для спортсменів також. Тобто це така командна робота, над якою потрібно постійно працювати. Так, да, у нас канікули могут быть только после крупных соревнований. Мы даем для того, чтобы организм мог восстановиться, чтобы эмоционально был снят стресс, потому что большая ответственность, и спортсмены, которые участвуют, они хотят победить, они хотят показать все, чему их учили тренера. Они переживают за своих родителей, которые за них болеют, за страну, которую они представляют. И поэтому после соревнований мы даем маленькие каникулы, чтобы организм мог восстановиться, и чтобы в будущем были еще новые успехи, новые подъемы. Вот, ну, поэтому... таке навантаження, звичайно, це ж перенавантаження. Нагрузка большая, потому что у нас требования, вот в своем клубе я всегда пытался поломать стереотип, что если спортсмен, значит тупой. Вот я на примере своих детей и своих учеников доказал, что это неправда. И... А чему так вважают? Ну, это про боксеров переважно кажуть, бо там удары в голову постоянно идут. Ну, когда я поступал в институт имени Белинского в городе Николаеве педагогический, то у меня было на место 12 человек. Это был большой конкурс, это еще было при Союзе, и поступить было очень сложно. И мое поступление поддерживали, у меня уже была дочь Александра, она была очень маленькая, и вот они приезжали на экзамены, и там, где экзамены проходили на улице, это был летний период, то они присутствовали и помогали, чем могли. То есть они болели за меня, хотели, чтобы я все удачно сдал, и я благодарен за это им, и я не мог ударить грязь лицом, поэтому я поступил и закончил, и теперь работаю по специальности уже на протяжении почти 30 лет. Вот. А это сложилось не потому, что боксер, это говорилось о том, что очень много уделялось внимания спортсменам, и спортсменам делали поблажки. И спортсмены для того, чтобы достигнуть результатов, они немножко учебу спускали на тормоза. Вот. Это был маленький недостаток. Вот. То у себя в клубе я старался требовать
мы проверяли дневники каждый месяц. В конце каждого месяца мы проверяли дневник ребенка, который учился в школе. И те, кто были отличниками, мы им хлопали, мы ставили в пример. Вот. Ну, мы не рукоприкладствовали, но за плохие оценки у нас дети дополнительно еще отжимались. Угу. Вот. Ну, таке виховання було у вас. Да, ну, і многі родители правильно. Это поддерживали, и было очень приятно, когда наши дети получали, заканчивали школу отличниками, получали медали. То есть я рад, что у меня старшая дочь закончила, Александра, с красным дипломом институт, магистратуру. После этого меньшая дочь, вторая дочь, Анастасия, она получила серебряную медаль и тоже поступила в институт, учитывая, что уже в стране была уже агрессия со стороны России, то есть она по конкурсу не смогла пройти, хотя была отличница, потому что места выделялись как раз вот тем видам населения, которые были или с сел, с деревень, ну то есть квота была везде. Вот. Ну и через год ее взяли на бюджет, потому что она была отличница, хорошо училась, ей стали платить стипендию, мне было очень приятно, потому что это была экономия моего бюджета семейного. Так, звичайно. Вот. То есть она дальше продолжает работать тренером. Вот, і... Ну, от бачите, виходить, що такий стимул є. І спортсмен, якщо він досягає чогось, він знає, як правильно поставити ціль, як йти до своєї мети, до такої затяжної, до довгої мети. І, звичайно ж, інші цілі в нього також можуть бути. Тобто він правильно перерозподіляє свій час, знає, на що треба приділити увагу, як саме треба ставитись до результатів і до успіхів. І таким чином ми бачимо людину всебічно розвиненою. Тобто, і спортивно, і фізично, і морально також, це дуже важливо. І успіхи у навчанні ми теж можемо не помітити. Діло в тому, що бувають ситуації, коли вот на якомусь етапі вот, нет можливості виступати, нет займатися можливості своїм любимим ділом. І вот всі навики, які ребенок отримує в школьні роки, вони потім починають спливати на поверхність і давати свої результати. Если мы с детства приучаем ребенка к дисциплине, к порядку, чтобы он осознавал свои поступки, значимость своих поступок, и тогда, когда он вырастает, он будет благодарен. Ну, есть тому пример, когда мой ученик, который уже вырос, который был в загранке, плавал, и он приезжает в Украину и идет в вооруженные силы, хотя его никто туда не звал. То есть у него была работа, он получал зарплату. И приятно, когда узнаешь, что он благодарен, что мы когда-то в детстве с него требовали, он этого не понимал, но уже прошло много десятков лет, и он уже осознанно взрослый, понимает, что не зря в него вкладывали свой труд родители, бабушки, дедушки, тренера, и сейчас он этим пользуется, то есть он может защищать и не только себя, он может защищать наше государство, и при этом он готов выживать в этих тяжелых ситуациях, потому что его научили этому. И очень приятно, когда передают привет, и когда встречаешь знакомого, видишь по чертам лица, он, ну, знает меня, и я вижу, что это знакомое лицо, но я его не помню, потому что прошло уже 20 лет. Выросли уже, он так вырос, изменился, да, вот, и он загоревший, и вот ситуация, мы выходим из супермаркета с продуктами, вот, и он нас встречает, и он рад, нас обнимает и рассказывает нам свои там случаи жизни. И в то же время я смотрю, и вот такой загоревший, наверное, в поле работаешь. Он говорит, да, только мы там стреляем. И я говорю, спасибо тебе, то есть низкий поклон. То есть я был благодарен, что нас защищают достойные люди. И было приятно увидеть знакомого, у которого глаза горят, и который, ну, у него хорошее впечатление о том, что было раньше, и он готов, чтобы они повторились снова. То есть, это приятно. Звичайно, це така велика нагорода. Пригощайтесь чаєм, пане Олександр. Да, з приводу виховання, тут справді ми бачимо, що це дуже важливо і помічаємо на усіх прикладах, які є у нашому житті. З приводу от тих дітей, які поїхали за кордон. Я хотіла запитати, от як ви думаєте, чи не можемо ми розтратити, чи не можемо ми потім загубити тих дітей, які вже поїхали, можливо, вони і не повернуться. Чи не бувало у вас от таких думок, що поїхавши зараз, ми потім не зберемо їх докупи, назад? Ну, я думаю, що якщо наші вооружені сили
справятся с поставленной задачей и отстоят все наши рубежи. Мы всеми усилиями помогаем, чем можем им, тем, что мы работаем, тем, что мы поддерживаем. Радость в глазах наших детей, потому что мы на протяжении вот этих 4 месяцев продолжаем тренировки. Хоть мы переехали из Николаева в Днепр, я думаю, что это временно, но мы здесь также продолжаем тренировки, помогаем деткам, которые здесь до нас занимались, делимся своим опытом и передаем приветы всем тем деткам, которые уехали, и они ждут, они каждый раз пишут нам, отсылают смайлики, отсылают нам фотографии, что они вспоминают то, что было раньше, и они хотят вернуться. Ну, к сожалению, не везде спокойно, не везде можно продолжать тот мирный быт, который был у нас. Поэтому, если небольшая часть останется, то это не сильно страшно. Почему? Потому что они продолжают там то, что умели делать. Они все равно стремятся, и они тем самым будут прославлять нашу Украину. А те, кто вернутся, я думаю, что большинство вернется, потому что у них есть это желание. Ну вот. Так, звичайно. Для этого тільки нужно, щоб був мир так, і так, чудова країна, так, і нам лише тут миру не вистачає, звичайно. Це ми все теж розуміємо, але знаєте, як душа болить за те, що втрачено, але я думаю, можна повернути і можливо, якимось чином ми зробимо так, щоб вони там набралися досвіду свого, так, зробили щось корисне і для усього світу, показали нам, які є чемпіони, які є взагалі люди витривалі, і вони можуть багато чого зробити і показати ще своїм прикладом. У нас дуже хороші дітки, і вони настільки богатый в своем развитии, что вот был пример, когда у меня есть ученик Вова Мазо, он, ну, все дети своеобразные, то есть есть дети, с которыми возникают какие-то сложности, но к ним всегда можно подобрать. И вот интересно, что вот они приехали в Германию, и когда узнали, что он занимается карате, что у него есть достижения, а они взяли с собой, самое главное, что они взяли, это грамоты и медали. Угу. Они даже вещи с собой не успели взять. Но вот самое ценное, что для них было, для этого ребенка, это его достижение. И они, когда узнали, что он занимается карате, они сразу, у них там, в том городе, в котором они становились, не было карате, но они сразу ему предложили много разных секций. И вот так как он занимался еще английским, немецким языком, то есть ему было легко общаться. Вот, то есть он на порядок был выше в развитии тех детей, которые там находились, местные, которые тоже занимались, но вот мы закладываем очень хорошую базу, хорошую школу. То есть наши дети, которые умеют трудиться, которые стремятся к учебе, они могут себя найти, могут себя реализовать. Так, и плюс значит, они еще там делятся так своим опытом, то есть потому что многие были шокированы тем, что ребенок в таком возрасте уже имеет столько достижений. То же самое по ситуации по Ирландии. Мы там были в 19 году на чемпионате мира. И вот мальчик с Днепра при вот начале боевых действий, то есть они выехали, и вот их там приняли в клуб. То есть он занимается в хорошем клубе. Живет в стране, которая, ну, далека от войны. Вот. И он также делится своим опытом, потому что он на соревнованиях участвовал. Он был призером, то есть у него тоже были награды. И вот он сейчас там продолжает себя развивать и тем самым делится опытом, потому что наша школа отличается вот от их школы. У нас есть свои наработки, есть свои какие-то изюминки, поэтому наши дети там тоже делятся. Ну так, хотілося, щоб вони з цим досвідом приїхали назад, звичайно, щоб потім, ми надіємося, що так, щоб прославляли нашу державу і тут на місці могли розвиватися, так, щоб ми не втратили, не розтратили той весь багаж, а багато чого. Справді, пане Олександре, хотіла ще запитати вас, от ви виховали чемпіонів світу, і не один чемпіон світу у вашому доробку вже є. Як вам вдалося так зробити, щоб чемпіонами ставав не один спортсмен, а після одного, другий, третій, і взагалі, щоб це можна було тримати? Ось таку рамку ви собі поставили, цю планку, так? Ви дотримуєтесь, ви її тримаєте, і вона весь час є. Ну, перше було це впечатлення, коли я побачив чужих дітей. Будучи на перших соревнованнях в місті Миколаєві, я побачив, как детки побеждают, как детки стремятся к чему-то, и имея уже свою семью, имея своего ребенка, который игрался в карате, то есть он еще не занимался профессионально, я посмотрел, и
задумался о том, что можно подготовить и попробовать достичь чего-то большего, чем мы имеем. И вот первые такие вот пробы были не всегда удачные, потому что было очень тяжело побеждать. И на протяжении там 2-3 лет уже дети в клубе, в котором мы создали, начали пробиваться. Вот. Это очень сложно, когда есть клубы, которые старше, у которых больше опыта. Вот. Мы были еще молодые. И было приятно радоваться, когда видишь, у ребенка глазки горят, когда видишь, что он восхищается своим достижением, и он обнимает тебя как родного отца, хотя это другой ребенок, это ребенок с клуба, который пришел, и он может в любой момент уйти, потому что родители принимают решение или дети. Вот. Тобто ви його виховуєте, він вже чемпіон і може піти в будь-який момент. Це, мабуть, теж такий елемент дуже складний. Это очень тяжело, это психологически очень тяжело. Многие тренера, которые это переживают, они могут даже плакать, несмотря на то, что они мужчины. Вот. Это бывает неприятно, бывает обидно, когда он уходит от тебя к другому тренеру. Обидно, когда он вычеркивает все, что было. Вот. Это нужно просто как-то пережить и отпустить. Почему? Потому что привязать к себе вообще невозможно. Никого, никогда и так далее. Вот. Но приятно, когда ты получаешь удовольствие, и ты видишь радость, искреннюю радость в глазах этого ребенка, родителя. Вот. И тогда хочется еще большего сделать. И тогда ты уже поднимаешь планку выше. То есть это сначала городские соревнования, потом областные, потом все украинские. И уже самое сложное – это уже европейский и мировой уровень. Сложно, когда ты уезжаешь далеко от семьи. Были ситуации, когда у нас было пополнение в семье, и супруга тоже тренер по карате. Тогда оставалась с маленьким ребенком, и я ехал с командой, в которой есть мой ребенок. Бывали ситуации, когда в команде не было моих детей, то есть они уже выросли, и ты едешь с чужими. И приятно, когда ты помогаешь им. То есть вот, чтобы у них было твердое плечо, когда в трудную минуту ты можешь ему подсказать, где нужно направить, где нужно и поругать, это тоже необходимо иногда, потому что это такая неотъемлемая часть воспитательного процесса. Но приятно, когда они потом вырастают, и когда они вспоминают то, что было, и приятно здороваться. Звичайно, пане Олександре, наостанок хочеться почути від вас ті рекомендації і для тренерів, і для батьків, як виховувати. Це дуже важливо. Можливо, є побажання для усіх нас. Такий складний для України час. Нужно бути справедливо требовательним, строгим, подходить с любовью. Почему? Потому что очень сложно найти эту грань, и ребенка нужно завести, чтобы он горел, чтобы он стремился на тренировку. Это очень приятно, когда ребенок спрашивает, когда будет следующее занятие, или еще приятнее, когда тренировка было очень сложно, она закончилась. Они говорят, ой, так быстро все пролетело. А когда будет следующее? Вот это самое интересное. Вот. И своим примером нужно показывать, к чему они могут прийти. То есть, когда у него не получается, и ты становишься, и делаешь, и ребенок видит, что ты старше его, и что ты можешь столько сделать, он тоже хочет, он загорается, и для него это будет на будущее пример, подражание. Вот, то есть мы стараемся показывать самое хорошее, самое лучшее, чтобы потом было не стыдно смотреть на себя в зеркало. Дуже дякую вам, Олександр Рембалович, заслужений тренер України з Миколаєва, був сьогодні в нашій студії. Мирного неба усім нам бажаємо, звичайно ж, і успіхів вам у досягненні найвищих вершин, про які ви тільки мріяли. Ви і ваші діти, звичайно, вихованці, які є у вашому клубі, які ще прийдуть до вас обов'язково. Зустрінемось за декілька хвилин.